предыдущей серии. Эхе-хе. О боже, какой кошмар! Мне так плохо! Не расстраивайся, Сайори! Давайте расскажу шутку! Прощай, Нацуки, нахуй! Это история про Сайори-тян, маленькую девочку, очень миленькую, она зыла не тузыла, но потом нечаянно взяла и сдохла. Альтернативная версия. Я себя убила, свинец отделил душа от тела, тело похолодело, стало синим и белым. Меня нашли на третьи сутки, ароматно и прикольно, мозгами стена была заляпана. Меня везли в морг, растрясло паука тяло, патологоанатом Юри бутерброды с чаем вскрыла, глянула, небрежно заштопала, смерть в результате от выстрела в голову. Дома обмыли, одели нарядно, парадно, уложили в ящичек, приперлись приятели, подержу хумоники, словом, бабками на меня поглядели, сучки даже заплакали. Расставляли столы, стелили белые скатерти, выпили по маленькой моей вечной памяти, озадачились квадратами моей жилплощади. Выгодно продать, вызвались девчоночки. Умоний шок пьет подпершок в трауре, горели жопки фанатам, дети вообще были в ахуе. Между собой слова шепчут неистово, трехэтажно меня кроют, но сука неискренне. Приперся главный герой, соболезновал любезный, помянул меня. Спасибо, не побрезговал. Бывшая подруга погоревала сентименты. Обо мне? Да нет. Сожранные кексы. Катафалка меня. И сами загрузились. Час в пробке. Очень, сука, злились. А я лежу, пахну, жара плодит бактерии. Man in black. Серьезное движение. Могила на кладбище несут меня товарищи. Мой вес 60. Спасибо, расслабляющий. У всех рвотно траурные лица. Об них и до мне нельзя. Ведь я самоубийца. Моня не плачет, больше нету слез, но тушенок толкнул речь, бред нес. Типа был человечек, и человечка не стал. Сказала, что самые лучшие уходят рано, хейтеры зевали. Для них могила хлеб. Ну а чё, подружки? У каждой свой рэп. Положили мне ноги гвоздики в руки гвозди. Накрыли крышкой, доносятся вопли. О, бля, посыпалась земелька, засыпают, темнота. Я засыпаю, а там наверху пошла другая песня, намного веселее и интересней.